Вот мы съездили опять на пойму, там бросили поле картошки. Сверху она там торчит зеленая, но они посчитали ее как некондиции и бросили. Народу наехало с машинами, с мешками, с сумками. Вот мы столько ее. Сколько влезло в машину, столько напихали, накопали. Хорошая картошка, не резанная, не мороженая. А это в прошлый раз мы ездили. Это мы набрали резаные морковки для птицы. Она хорошо хранится. И еще там один ящик. А здесь в ведре замочила мою картошку резаную. В тот раз мы привезли такую резаную. Отмоется, отмокнет, буду варить курам. Убирают там они, конечно, урожай. У них половину не берут, выбрасывают. Это я свой лук проверяю. Иногда попадается мертвый. Приходится мне его вовремя убрать, чтобы следующий не загнил. Это у меня букетик левкоев в рюмочке стоит. Хотела сказать про эти брошенные поля. Как они ее сажали, что она вообще вылезла, зеленая вся торчит. Ее же и не только скотине, и не людям, и никуда же нельзя. Вот они решили это поле не убирать. А так там сухо, нормально, заехать можно. Вообще эти поля, конечно, они наполовину только убирают. Не кондицию. Морковку эту резаную, маленькую, мелкую или слишком крупную все оставляют на поле. Вот люди приезжают, собирают себе. Если не успеют перепахать. Ну вот это поле как-то удивительно. Не стали они перепахивать. Дали людям собрать. Просто удивительно. Обычно стараются все перекопать. Перепахать, чтобы не доставалось никому. Ну вот мы привезли. Сами будем есть, у нас своей много. А этой картошкой будем кормить свою птичку.